Массовая авария произошла сегодня утром на проспекте Ильича. Столкнулись 4 автомобиля. 2 водителя и ребенок получили травмы. В результате ДТП пассажир виновника ДТП, а также водитель автомобиля «Лада Приора» были доставлены в городскую клиническую больницу города Первоуральска для оказания им медицинской помощи. По предварительным данным ГИБДД, виновник аварии, 39-летний водитель «Лады Приоры», наехал на впереди стоящий автомобиль «Датсун». Иномарку отбросила на другую «Ладу», а та въехала в ВАЗ-2112. Пострадавших на скорой доставили в больницу Первоуральска. Уже оттуда 6-летнего пассажира, который находился в машине виновника ДТП, для обследования направили в областную детскую больницу в Екатеринбург. Женщину водителя «Лады» и молодого человека, водителя «ВАЗа», после оказания первой помощи отпустили домой.